Я вам скажу, шановные украинцы, знаете, я как бы не представляю собой никакой угрозы, так? Но если мне полицейский сказал, например, я полезла куда-то себе в карман, так? Для полицейского неважно, слабая или беременная, или я старая, или я молодая, моя рука в кармане, из кармана я могу выстрелить. Он дает мне какое-то предупреждение, там, вынул из руки из кармана. Если я не вынул моментально, там, за секунду из кармана, то он меня стреляет. Я полезла рукой в сумочку. Вот у меня сумочка. То же самое. В сумочке может пистолет. Первая задача полицейского в Америке – это защита своей собственной жизни. Он не может ходить на работу каждый день, понимая, что он может не вернуться домой. Да я бы не разрешила своему мужу иметь такую работу, чтобы он пошел, и любой чувак залез и стрелял, а он в это время будет думать, как предупредить его, дать ему какой-то еще один шанс, ранить его в плечо, чтобы он меня... Нет. Пока ты до автоматизма не доведешь, руку всунул кто-то в карман, и ты ему не моментально не стреляешь в лоб, тебе даже не дадут значок полицейского, понимаете? В Америке полицейский – это самая безопасная специальность, потому что никто не имеет права ослушаться первого предупреждения. Не будет никакого второго, третьего, никто не будет «пожалуйста». Никто... То, что сейчас произошло, если показать в Америке, они будут просто смеяться. Это, понимаете, такая пропасть между Америкой и Украиной. Это пропасть, которую надо как-то сжимать. Полицейский подошел к ней. Это не ее сосед. Это не ее там бывший любовник. Это ли не ее будущий любовник. Это полицейский. Это буква закона. И в этой стране она гражданка страны. Она обязана слушаться всего, что говорит ее полицейский. Она платит ему налоги. Она уважает полицейского. Полицейский защищает ее жизнь. Полицейский защищает жизнь ее детей. Полицейский это оплот системы. Если граждане не будут защищать, слушаться оплот системы, тогда кто будет защищать ее в этой жизни? Она дискредитировала полицейского с первой же секунды. Я так понимаю, что она вообще пересела. Она не была за рулем. Она села за руль, и вы видели, как она ноги расставила? Это я, когда открывает дверь полицейский и видит эти вот ноги расставлены, типа, трахни меня. Ну, я не знаю, ребята, но это самое позорное видео, которое я видела в 23-м году.